Здравствуйте, вы смотрите 7-й канал, в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Нападавшие в Сан-Бернардино купили оружие легально. С таким заявлением выступил представитель Министерства юстиции США. Напомню, в США преступники открыли стрельбу в центре для людей с ограниченными возможностями. В результате атаки погибли 14 человек, еще 17 получили ранения. По данным полиции, нападавшие были хорошо вооружены. У них были винтовки и бронежилеты. Также в полиции заявили, у преступников был высокий уровень подготовки. Турция может начать поставки газа из иракского Курдистана. По данным источников, такой тендер может объявить турецкая государственная компания «Ботас». Торги могут состояться в ближайшие 2 месяца, а реализовать проект могут в течение 2 лет, если ситуация в регионе не станет более напряженной. Планируется, что мощность газопровода в течение 3 лет составит 20 миллиардов кубометров в год, а протянется он на 180 километров. Напомню, накануне Турция и Катар подписали меморандум о поставках голубого топлива. Сегодня стало известно о том, что Москва приостановила переговоры по строительству российско-турецкого газопровода. Эти события последовали вслед за ухудшением отношений стран после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик-нарушитель воздушного пространства. Украина ведет компенсационные пошлины на автомобили российского производства. Сделают это на 5 лет. Норма начнет действовать 3 января. Размер пошлины от 10,5 до 17,5%. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле. Это связано с расследованием Министерства экономического развития и торговли. Там пришли к выводу, что власть России субсидирует автопром. Речь идет о легковых машинах таких компаний, как «АвтоВАЗ» и «Солерс Дальний Восток». Европейское космическое агентство запустило в космос научно-исследовательскую обсерваторию LISA Pathfinder. Ракету-носитель «Вега» на орбиту вывели с помощью двигателя украинского производства. Аппарат будет искать гравитационные волны, которые возникают при взаимодействии крупных и тяжелых объектов. Их существование предсказал Альберт Эйнштейн в своей теории относительности, но до сих пор никому не удавалось обнаружить и измерить эту рябь пространства. Научные инструменты обсерватории настолько чувствительны, что способны измерить малейшее движение, порожденное гравитационной волной. Астрофизики считают, так они смогут лучше понять, как гравитация влияет на движение объектов во Вселенной. Если испытание даст положительные результаты, в космос запустят гравитационную обсерваторию LISA. Она состоит из 3 исследовательских аппаратов, которые будут двигаться треугольником. Расстояние между ними составит несколько миллионов километров. На гавайском острове Мауи прошел финал чемпионата мира по серфингу среди женщин. 3-кратной чемпионкой стала уроженка здешних мест Кариса Мур. В финальном раунде она получила наивысший балл, даже несмотря на падение. Мне очень помогла волна. Всю работу она сделала за меня. Мне нужно было просто устоять на ногах. Все так быстро решилось. Я очень благодарна моей семье, которая сегодня здесь, чтобы меня поддержать. Все очень здорово. В итоговом зачете Кариса почти на 1,5 балла обошла австралийку Салли Фитцгиббонс. Мур не разлучается со званием чемпионки мира по серфингу с 2013 года. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов. Всего доброго.